Power Slide. При торможении используется одна нога. Есть как минимум три выхода на этот слайд. Со спины, с разворота на 180 градусов, с прыжка на 180 градусов. И начнем мы с самого простого способа. Едем спиной вперед и переносим вес на ведущую ногу. Другую поднимаем и ставим перпендикулярно движению. Ставить ее нужно как можно дальше, согнув при этом колено на ведущую. Чем ниже вы присядете, тем длиннее тормозной путь. Следующий вариант — с прыжка на 180. Совершаем прыжок и готовим ведущую ногу к приземлению. После приземления ставим тормозящую ногу.